Good evening, dear colleagues. We started a pre-match press conference for UEFA Conference League qualification second round. Monday, good afternoon match with team head coach Dmitry Gunko and player Ayun Babu. Please, first with the questions to the players so you can join the team, and then afterwards we can talk with the head coach. There will also be an Armenian translation for our online followers. Please, questions to the player. V Estonsku nemohl hrát ruští fotbalisté, tak by nás zajímalo, zda přicestovali a budou moci hrát. Дмитрий Иванович, матчи против эстонского Кальва, были какие-то проблемы с русскими футболистами в ответном матче? В ответном матче домашнем, как я понимаю, никаких проблем не было. Здесь приехали тоже. Часть футболистов находится в команде. Часть осталась в Европе. Մամուլ լասում ժամանակ, երբ մամուլ լասում եսենի ժամանակ, արդեն խոսվել է այս տնայշուկ, հանդրեմ հրայլովներին ձերծուչատեք շամտերից, որ ուզում ասին խոսիք լավ. Նո, ամի հաչին է բուտոտոտ պովետնատով, ազտի հաչին ուվեց А Дмитрий Иванович, что вы думаете о сопернике? Какие у вас... Естественно, мы хорошо знаем соперника, мы изучаем каждую команду, с которой нам предстоит играть. Мы уверены, что завтра Баник сыграет 4 защитника. Несмотря на то, что матч с Богемицем они играли в 3 центральных, я уверен, что ту схему, которую они наигрывали в предсезонной подготовке, они завтра будут использовать. И мы полностью к ней готовы. Они мислят, что вы уже приготовлены на то, чтобы сгладнете на то, чтобы результат был лучше для вас. Já si můžu zeptat, jak těžké utkání to bude i na trenéra, i na hráče, jak těžké utkání vidí, že je zítra čeká. Ayub, first big question to you. What difficulties can you expect in tomorrow's match? Mañana va a ser un partido... My English is not very good. Answer short. Okay. Tomorrow is difficult game. We play against good team. The game is not only tomorrow. Is 118 minutes is long, and we need to be together and win the game. Дмитрий Иванович, какой матч вы ожидаете завтра? Интересный, тяжелый. Матч предстоит, я думаю, что будет много силовой борьбы. Это отличительная черта Баника. Естественно, мы полностью готовы к игре. Для нас это будет большой опыт, для каждого из футболистов.
надеемся на то, что завтра удача будет на нашей стороне. Думаю, что завтра будет успех, как у них, а будет интересно, а и тяжко. Айна, хочешь? Еще вопросы? Já se zeptám, jestli jsou poprvé v Česku? Tuka na Čechách, V první raz v Čechách. V Česku, v první raz. Are you the first time in Czech Republic? Yes, my first time. Да, мы впервые в Чехии. А я зачем? Если jsou připravení на možnou atmosféru, на hodně diváků a kulisu fotbalovou. Дмитрий Иванович, готовы ли вы завтра к терпению матча и насколько там подготовлены к завтрашнему матчу? Да, естественно. Будет 12 тысяч человек, насколько там. Мы знаем, что стадион вмещает порядка 15 тысяч. Мы знаем, какие болельщики ходят на матч Ваника. Это одна из самых посещаемых и самых заполняемых стадионов Чехии. Поэтому, естественно, это имеет значение, влияет на игру, на матчи. Естественно, мы будем готовы ко всему этому. И важный момент для нашей команды – это терпение, стойкость. Концентрация на протяжении всех 90 минут плюс. Партия Чехская, Ворканове Патрас, имя Марцакцелю Паны Кирет, Уненалов Марцакцеков Мизайхан Мечан Цахтюцюн, Хаврен Марцича Патрасанет, Ворвен Гитен, Ворбанига, Аминашат, Айселюцюн, Уненцов, Тимерис Мекне Стадион, Герете Тастин Хазар, Амбисакан Калове Теда Уренера Стадиона, Гитен Ворвенере Бат и Насун Лопе, Байсмей Патрас Тенкай Сабин. Oni ví, že tam bude pánik moc fanáty, 15 tisíc a ještě víc. Oni ví, že hodně chodí na pániky, že ženy jste silné a oni jsou hotové na to. Questions? I have questions for you. In your career you played in Barcelona and Real Madrid. How you remember me? Yes, I play in this team, but this is the past. I don't remember the past. Now I am focusing on Urartu and only focus for the game for tomorrow. Հարց են չեց Այուբ Աբուին, որ նա հանդես է եկել Մադրիդի, Ռեալի և Բարսելոնայի կազմերում, ինչ հիշողություններում ունի այնտեղից։ Այուբը պատասխանեց, որ այո, ես հարավել եմ այդ ակումբներում, բայց դա անցյալն է, հիմա ես կենտրոնացած եմ Ուրարտուի և առաջիկա հանդիպանքը։ Že, ale to bylo ještě v minulosti a už teď hraje v Urartu a tam rád chodí a bude tam líp. Lepší tam bude. A chceš questions? Which players are dangerous from when you travel for your team? The question to the player or to the head coach? Дмитрий Иванович, каких футболистов вы видели из соперников, которые более опасны? Мы изучили, мы знаем сильные и слабые качества как команды, так и отдельных футболистов. Естественно, игроки центра поля Ригу, который достаточно наделен хорошими игровыми способностями. Это капитан команды Эвертон, который мы, естественно, будем уделять особое внимание. Игрок сборной. Левый защитник Понзу, и можно перечислять, наверное, всех игроков, плюс тех, кто выходит на замену. Танков, Син. Мы готовы. We analyzed the opponent, we knew the players, the central of midfield is very good. We can say about the captain of the team, about the left back as well, Ponzo, who's played in the national team as well. We can name all the players, plus the players who come in from the bench, but it's a team, but we're ready. Հարց են չեց արձակցի թիմի, որ ֆուտբոլիստերին կարազնացրի
Дмитрий Гунков, Низгархава Марцича Патасанец, Вош, Балаканин Барк Мерцакице, Киса Пашпанецян Кентрон, Балаканин Лада, Тимья Вакин, Тон Каранс, Наснем, Наев, Адзах Пашпани, Борохан Бесегарис, Азгарин, Авакаканин Фонзоин, Чиште Шафун, Полиснериан, Парди, Этал, Байц, Яркев, Тимай, Нашафан, Кицхосан, Бацмин, Патас. Any questions?